Сегодня на треке «Мамайка» состоялся второй этап ледовых гонок, которые традиционно зимой организуют администраторы и участники группы «Корч-64». На этот раз соревнования были благотворительные. Как готовились? На работе. Работаю, но водителем вот приготовился. А так это просто выходные, мы проводим с детьми. Кто ездит за рулем, там адреналинчику. Машина вот полностью гражданская, 99-й. Здесь же не спортивные машины, а просто любители. Ловкость рук, никакого мошенничества. В рамках марафона добрых дел организаторы гонок объявили благотворительную акцию «Гонка ценой в жизнь». Все собранные средства, взносы и пожертвования будут направлены на счет родителей Захара Капралова, 2-летнего мальчика, который борется с раком. Для людей делаем. Мы с этого никогда не имели ни копейки сверху вообще. Ну и почему бы не отдать деньги, которые участники делают взносы в помощь ребенку. Ну и в прошлом году точно так же. Захару, опять же, на треке в Подсосенках все взносные деньги отправили ему, тоже так же на операцию. Если вы хотите помочь малышу пройти лечение, переводите средства на счет его родителей или участвуйте в благотворительных акциях. О них регулярно сообщаются в социальных сетях. Только вместе мы спасем Захара.